Представители городской организации БРСМ провели обучающий семинар «Учебу только вместе и только вперед» для педагогов, где рассмотрели вопросы и формы работы с молодежью, наметили предстоящие мероприятия, обсудили вопросы электоральной кампании по выборам президента Республики Беларусь. 2 ноября прошла осенняя вахта памяти дорогами воинской славы. Учащиеся клубов по месту жительства «Факел» и «Криничка» собрались у памятника воинам-интернационалистам, расколотая звезда и мемориальной доски возле дома, где жил герой Советского Союза Виктор Еронько. Участники митинга возложили цветы и минуты молчания почтили память павших защитников. Завершились соревнования по волейболу среди мужских команд в программе спартакиады Полоцкого госуниверситета среди факультетов на призы правкома студентов. Чемпионами университета по волейболу стала сборная инженерно-строительного факультета, серебряные призеры – сборная факультета компьютерных наук и электроники и бронза у сборной факультета информационных технологий.